Важная миссия Сергея Лазарева. Известный певец приехал к нам в качестве посла благотворительного фестиваля «Добрая волна». Его генеральный продюсер, композитор Игорь Крутой. Курск вошел в число 9 городов, где пройдут прослушивания талантливых детей. Особое внимание ребятам в трудной ситуации, тем, у кого есть проблемы со здоровьем. В отборочном туре приняли участие около 80 мальчишек и девчонок. Мне удалось с ними пообщаться и взять эксклюзивное интервью у Сергея Лазарева. Беркович. Вариации на тему Паганини. Рояль взмахнул черным крылом. Николай Попов ощущает музыку кончиками пальцев. Трудно поверить, но у парня серьезные проблемы со зрением. Современная медицина мне на эту тему помогла очень хорошо. Оставили мне большой остаток зрения и сделали так, что по мне не видно, в принципе, что я инвалид по зрению. Кроме как музыки и как профессии как массажист, я другие взять не могу просто, в принципе. Лукавит. В музыку ушел не от безысходности, по таланту. На этом фестивале иначе и быть не может, что не номер, концентрат эмоций. От мурашек во время песни про маму до теплого смеха в зале. На отборочном этапе в Курске выступили около 80 ребят. Пели, танцевали, читали стихи. «Добрая волна» накрыла каждого. Это хорошая поддержка и выявление творческих способностей. Администрация Курской области действительно сегодня очень много делает и понимает, насколько важно поддержать сегодня талантливых детей, особенно из числа малообеспеченных детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Вика на гала-концерте представила колоритный таджикский танец. Очень ей симпатичны традиции этого народа. А какие девушки? Они на людях очень грациозны. Мне нравится то, что они преданы одному мужчине и прячут свою красоту за ободком. Отдельным подарком для Вики и всех зрителей стало выступление любимого артиста Сергея Лазарева. Запели даже танцоры и журналисты за кадром. Я не пою. Давай вместе. Сдавайся, твоей войне начинай, я прошу, возвращайся, сдавайся. И правда, в самое сердце. Сергей Лазарев – посол доброй волны. Вообще, он давно занимается благотворительностью, участвует в акциях, помогает животным. В Курске показал себя как наставник, лидер для юных талантов. Продемонстрировать, что нужно работать, стремиться, и можно достичь высоты. Я тоже когда-то начинал в детстве с различных конкурсов, с различных детских коллективов. И я изначально с самого детства выбрал себе эту дорогу и по ней иду. И, в общем, добился больших таких высот благодаря тому, что с самого раннего детства этим занимался. Жюри выбрало около 30 победителей и лауреатов. Лучшие отправятся в Казань на гала-концерт 30 ноября. Там пройдут мастер-классы и полезные встречи. А значит, девиз «Доброй волны» «Исполняй мечты» точно сработает. Друзья, верите в себя, верите в свои силы, и у вас обязательно все получится. Юлия Комкина, Антон Латышев, телеканал «Сейм».